Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я никогда ничего не рекламирую, никого ни к чему не принуждаю. Я только рассказываю, где я зарабатываю, в каких проектах, что я делаю и как я зарабатываю. Итак, напоминаю, то, что остался у нас до больших денег, до что-то невероятного. Всего один день. Я думаю, что тут 1000 человек, и у меня партнеров тоже, наверное, человек может даже 200. В общем, я не знаю, все люди ждут тариф, который откроется завтра. Так, я открыл тарифы. Давайте посмотрим. Показал вчера вывод, проект платит. Можете посмотреть видео. Тут у нас вот эти тарифы у нас не актуальные. И вот этот вот тариф, но... Можно минимальной суммой пробовать. Если у вас есть, к примеру, там 1000 баксов, можно попробовать закинуть сюда 100 баксов и ждать, когда завтра откроется через 20 часов, и сюда закинуть 900 баксов. Сюда на минималочку, я считаю, тоже можно зайти минимум на 0.01 BNB, чтобы у вас работала ревка, чтобы вы могли партнеров приглашать, потому что без депозита никак. Поэтому 0.01 BNB это порядка 3 баксов. Сюда тоже, я считаю, то, что можно зайти, поучаствовать, попробовать для того, чтобы работала ревка. Так ревка не работает. Так, значит, что тут у нас по токенам? Это обычные токены, они равен один токен к одному BNB. И у вас депозит, то есть работает у вас, как получается. Если что-то непонятно, все вопросы в чате. Моя цель тут как бы это только тарифы. Я вот эти всякие токены, всякие тут еще есть BSD у нас пул. И вот это все. Я в этом честно не участвую, потому что, ну, для меня самый большой заработок это 15% в сутки и партнерская программа. Вот, и поэтому, кому интересно, все в чате, вся информация. Вот, смотрим. Так, 15% в сутки это у нас получается total return у нас 150%. То есть, грубо говоря, со 100 долларов можно заработать 150 долларов. Какие есть гарантии, то, что вы заработаете, то, что это не скоманет. Первое, подушка хорошая, хороший ТВЛ, даже если не будет новых участников, не будет рекламы. Вот эта подушечка довольно-таки неплохая, 24 BNB. Так, плюс, помимо подушки у нас плюс еще то, что зарубежная комьюнити все-таки какое-никакое. Пока просто проект работает без рекламы, партизанит, но участники потихонечку растут. Вот, я думаю, что здесь активных участников, завтра, вырастет, конкретно, потому что некоторые люди ждут тарифы, хотя, ждешь, не ждешь тарифы 0.01 BNB для того, чтобы включить уже свой аккаунт. Я считаю, что это, можно сделать, без этого, тут, никак, потому что ревка без депозита не работает, я это уже говорил несколько раз. Вот, завтра, во сколько дадам, в 3 часа по UTC, или там сколько, не знаю точно, открывается тариф. Вот, и не надо смотреть на часовые пояса, просто через 20 часов. Вот у вас таймер обратного отсчета. То есть, понятное дело, у всех разное время, но для этого создан таймер. Итак, смотрим. Так, у меня депозит вот 0.03 BNB, сумма, которую не жалко потерять. Я, кстати, ее даже уже, можно сказать, отбил на 30%. Если это будет там 3 доллара, то доллар, там 2 доллара вы вернете, даже если все этот тариф всю кассу вытащить. Вот, поэтому сумма вообще небольшая для того, чтобы работала ревка. Я так считаю. Так, никого ни к чему не принуждаю, ничего не рекламирую. Никогда не забывайте о рисках, побольше профита и до новых встреч.